50 хакерских команд, которые должен знать каждый. Некоторые из них ты не найдешь ни в одном гайде. Подписывайся, жми лайк и погнали. Я буду использовать Kali Linux на виртуалке. Начнем с разведки. Это первый этап в хакинге. Whois. Whois — это классика. Получаем информацию о владельце домена, контактные данные, серверы имен и дату регистрации. Аналогичную информацию можно получить на подобных сайтах. Dig — это инструмент для изучения DNS. Мы можем узнать IP-адрес сервера, поддомены, MX-записи и даже TXT-записи. Аналогично предыдущему примеру, данный ресурс может предоставить нам подобную информацию и, возможно, даже больше. Вот веб анализирует сайт и показывает, какие технологии на нем используются. Мы получили ошибку, код состояния 502, а нам нужен 200. Иногда сервера блокируют автоматические сканеры, поэтому необходимо подменять юзер-агент, чтобы вот веб выглядел как обычный браузер. Все отлично, мы получили успешный ответ. Вот веб выполнил свою работу. GoBuster — это инструмент для брутфорса директорий и поддоменов. Для брутфорса нам нужен WordList. Данный инструмент показывает заранее установленные WordList'ы. Я буду использовать данный WordList. Мы получили ошибку, поскольку сайт на любые запросы отвечает успешно, даже на запросы несуществующих страниц. Для наглядности покажу в браузере. У таких ответов есть нечто общее, это их длина, поэтому такие ответы мы исключим. В данном случае длина 3031. Теперь все работает, файлы и директории находятся. Следующая команда ищет поддомены. Здесь нам также необходим WordList. Сейчас я буду использовать WordList из данной коллекции. Ее я устанавливал с GitHub. Возьмем данный WordList. Мы нашли три поддомена. Wayback URLs помогает найти старые версии сайта в веб-архиве. Иногда там остаются забытые страницы с уязвимостями. Данный инструмент работает на основе Wayback Machine. Мы можем указать любой домен и выбрать доступную дату и посмотреть, как сайт выглядел. С помощью фильтра мы можем искать только страницы, связанные с админкой. А вот и результат. MS собирает информацию о домене из открытых источников. В пассивном режиме MS не генерирует трафик и не вызывает подозрений. Также мы можем запустить MS в активном режиме. Тогда он использует DNS Brute Force и краулеры. Это помогает находить скрытые поддомены и точки входа. Никта проверяет сервер на известные уязвимости, открытые файлы и ошибки конфигурации. В данном режиме Никта сканирует все стандартные каталоги, где могут быть файлы конфигурации. Теперь сканируем, ищем устройства, открытые порты и уязвимые сервисы. Начнем с классического ping. Он отправляет SCMP запрос. Если хост отвечает, то он активен. Это самый простой, но не самый точный способ узнать, в сети ли устройства. Мы также можем просканировать всю подсеть, достаточно добавить только цикл. Здесь я указываю, что надо отправить только один пакет
и ждать ответа не дольше 1 секунды, и фильтр, чтобы в выводе были только успешные пинги. Более мощный инструмент — это HPing 3. Данная команда выполняет скрытый TCP ping. Она отправляет один пакет на 80-й порт. Если порт открыт, то получим ответ. Это полезно, когда обычный пинг блокируется. У данного инструмента очень много возможностей. Эта команда отправляет поток SYN-запросов без завершения соединения, что может перегрузить сервер. Данная команда также определяет, какие хосты в сети активны. Вообще, NMAP — это, наверное, самый мощный инструмент для сканирования. Он позволяет находить устройства в сети, открытые порты и даже определять их операционную систему, версии служб. С помощью данной команды мы можем определить версии служб, работающих на открытых портах. Также возможно определение операционной системы. Эта команда позволяет проводить сканирование портов без предварительного пинга. Это полезно, когда пинги блокируются. Сейчас мы запускаем агрессивное сканирование, чтобы получить сразу максимум данных. В результате мы получили трассировку, версию операционной системы, версии служб. NMAP с данной опцией позволяет маскировать сканирование под DNS-запрос. Некоторые фаерволы пропускают трафик с 53-го порта. Используем это, чтобы замаскировать сканирование. Также мы можем сканировать с подставных IP. Работает это только в локальной сети. NMAP может запускать скрипты для автоматического поиска уязвимостей. У нас тут даже что-то нашлось на порту 8080. Эта команда запускает скрытое SYN-сканирование. Самая большая команда по длине и значимости позволяет провести полный аудит хоста, то есть используем все методы, чтобы получить максимум информации о цели. В результате мы получили большой объем информации о хосте. Следующая команда запускает очень быстрое сканирование всей подсети на открытый порт 8080. Если NMAP — это мощь, то MASCAN — это скорость. Он может просканировать интернет за считанные минуты. Эта команда запускает сканирование на открытые порты 80443-22 с рейтом 1000. Также мы можем запустить сканирование подсети на любой диапазон открытых портов. В данном случае мы проверяем 1024 порта у каждого хоста. MASCAN поддерживает рандомизированный порядок сканирования, то есть мы изменяем порядок проверки хостов, чтобы избежать блокировок. Перейдем к захвату и анализу трафика. На первом хосте запускаем захват ICMP трафика с помощью TCP dump, а с другой машины начинаем пинговать этот хост. В результате видим, что TCP dump успешно захватывает этот трафик. Данная команда позволяет захватывать и сохранять весь трафик в файл для дальнейшего анализа. Вновь запустим сканирование этого хоста. Осталось
Останавливаем запись трафика. С помощью данной команды мы можем прочитать из этого файла трафик, связанный только с этим хостом. Данная команда запускает захват трафика только для определенного хоста. В отличие от TCP-Dump, T-Shark — это мощный анализатор, который позволяет извлекать конкретные данные сетевого трафика. Запускаем Google. И видим трафик, связанный с нашим хостом. Эта команда позволяет отслеживать DNS-запросы. Таким образом, мы можем понять, какие сайты посещает жертва. И вот в результате он перехватил данные запроса. Я сделал для вас сравнительную шпаргалку. Переходим к эксплуатации уязвимостей. Гидра — это инструмент для подбора паролей. С его помощью мы можем взламывать SSH, FTP и веб-формы авторизации и другие сервисы. Здесь нам пригодится паспорт-лист. Эта команда запускает подбор пароля к SSH, и видим, пошли попытки авторизации от Гидра. Сейчас запустим брутфорс веб-формы. В качестве логина указываем email и используем все тот же лист паролей. Далее указываем домен. Теперь нам необходимо указать поля формы и строку ошибки. Открываем целевой сайт. Переходим на страницу авторизации. Открываем исходный код. Указываем путь, где расположена форма. Также нам необходимо указать название полей для логина и пароля. Сейчас нам необходимо узнать, какая ошибка появляется, когда мы вводим неправильный логин или пароль. Копируем ее и вставляем вот сюда. Запускаем. И подбор пароля начался. Следующая команда позволяет определить тип хэша. Хэш одновременно может относиться к нескольким типам. Вообще, что такое хэш? Это зашифрованная форма пароля, полученная с помощью хэш-функции. Чаще всего при регистрации на различных сайтах ваш пароль проходит через хэш-функцию и сохраняется в базе данных в виде хэша.
запишем данный хэш в текстовый файл. Данная команда запускает расшифровку этого хэша. Здесь также используется лист паролей. И пароль успешно найден. Запускаем сканирование целевого хоста на открытые порты. Далее мы будем работать с этой службой. Данная команда ищет все доступные эксплойты для данной службы. Также мы можем указывать более конкретно с версией службы. Данная команда запускает Metasploit Framework. Это целая платформа для поиска и эксплуатации уязвимостей. Выводим доступные эксплойты для данной службы. Я буду использовать вот этот эксплойт. Устанавливаем целевой хост. И устанавливаем наш локальный хост. Волшебная команда exploit. И вот так вот просто мы получили доступ к целевой машине. Здесь мы можем выполнять различные команды. Посмотрим, под каким мы пользователем. После успешного взлома необходимо закрепиться в системе. Данная команда запускает Netcat в режиме ожидания подключения. Она используется, чтобы принять входящее соединение от цели. На взломанной машине выполняем данную команду. Видим, взломанная машина подключилась к нашему хосту, и теперь мы можем выполнять любые команды на этой машине. Также можем проверить права. Теперь необходимо скрыть следы взлома и присутствие в системе. Данная команда запускает поиск и безвозвратное удаление всех лог-файлов в каталоге Home User. Эта команда запускает безвозвратное удаление файла с перезаписью в 50 раз. Скачиваем данный инструмент с GitHub. Запускаем его. Этот инструмент может находить и чистить журналы команд, логи системы, временные файлы. Вот какие файлы логов он нам нашел. Данная команда запускает режим стирания и задает количество циклов перезаписи. В результате видим успешное выполнение. Далее будут бонусные команды для всех тех, кто досмотрел до этого момента, а пока подписывайтесь на мой телеграм-канал. Эта команда запускает автоматическое сканирование веб-сайта на уязвимости, используя готовые шаблоны. Запишем текст 4 единицы в файл. Читаем файл. Кодируем содержимое в Base64. Переводим в 16-ричный поток. И отправляем 1.7p запрос с этими данными. Итак, что мы сделали? Мы передали текстовый файл на удаленную машину с помощью пинга. Данная команда быстро запускает HTTP сервер на указанном порту, который мы можем использовать для передачи файлов, например. Открываем в браузере. И видим файлы нашей машины. На этом все. Пока.